Отправился в СИЗО, да не один. Сегодня городской суд избрал для Фарида Киямова новую меру пресечения. До 1 февраля отставной глава предприятия «Автодорог» пробудет в следственном изоляторе. В настоящее время ему предъявлено обвинение по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Присвоение или растрата». Вторая фигурирует и в деле «Челны сервиса» – общество с ограниченной ответственностью, с которым, по мнению следствия, и заключал фиктивные сделки ПАТ. Обвинение предъявлено заместителю директора компании некой Бибинур Зариповой, которая по совместительству приходится сестрой Фариду Киямову. Ей, кроме растраты, вменяются пособничество, а под стражей она пробудет также до 1 февраля.